В Чувашии в деревнях и селах земские врачи и фельдшеры получат повышенные подъемные. Перечень удаленных населенных пунктов, где в большем размере полагаются единовременные компенсационные выплаты, участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» утвердил накануне Кабмин. 1,5 миллиона рублей врачам, 750 тысяч фельдшерам. Правительство Чувашии решило поддержать тех медработников, которые готовы переехать в дальние деревни и села для оказания медицинской помощи населению. Ранее участники программы «Земский доктор» могли рассчитывать на выплаты в 1 миллион рублей и 500 тысяч рублей соответственно. Получить повышенные выплаты смогут те, кто переехал работать врачом или фельдшером в отдаленные населенные пункты после 1 января 2020 года. В этом реестре оказались 232 населенных пункта республики. Определение перечня удаленных трудоспособных территорий Чувашской республики осуществлялось согласно критериям отбора. Это по удаленности от места нахождения медицинской организации юридического адреса до структурного подразделения и транспортной доступности от структурного подразделения до медицинской организации и города. Отметим, что с 2018 года с начала реализации программы «Земский доктор» в республике уже заключен 471 договор о предоставлении единовременных компенсационных выплат, благодаря чему укомплектованность врачами в деревнях теперь составила 75%, фельдшерами – 84%. А значит, медицинскую помощь получат все, кому это необходимо. Наталья Мальчикова, Бахтияр Велиев, Республика.